Suicide Squad! Attack! А в качестве краткой предыстории к этому ролику, это два луза, где было очень жестко в плане команды, тильты и общения. После чего я решил в этой залить двойную ставку. Приятного просмотра. Так, что там еще по героям-то? У меня Магнус, у меня Тини, у меня Течис, а там черт знает что вообще. Сейчас разберемся. Шторм. Надо будет подумать, что взять. Я бы дабл рейтнул, но, по-моему, этот мне в примуте, да. По логике не проигрывается. По логике, если судить. Нага 13 на 7, да? Штурм 15 на 5, ага. Ага. If you want explosions, except no substitutes. Так, ладно, поехали. This one is in the barrel. It's short. Use it wisely. У меня Магнус тут, правильно? Могу взять тапок сразу. Тини мидл. Могу не брать тапок сразу. Могу. Это дрот на течке или нет? Да-да. Поехали так. Зайц-вокс, зайц-вокс. Да я не знал, кто это просто. Так. Ты не знаешь, что это хотел, мам? Нет. А откуда мне знать? Мне... не похуй ли я... это... Dead Inside. Реально тебе не похуй? Кто это? Дебил. Рун уберем. Извини. Че он качал, пока ничего. Не знаю, на самом деле, маледикт, типа то, что он взял на ВД. Че, волк, соло будет на ноге? Я на травомана. Ты завалите свои бальники, блять, пожалуйста. Давайте по игре говорите, ёбаный народ. Давайте. Вам должен быть похуй. Он это сделал, чтобы просто размениваться, окей. Ренджа взял, ресурсы впитываю. Кстати, интересная тема, нет. Прикольно, типа, на размены такой брать. Больше хила. Реально душит. Пока что на вода реально душит. Надо выполнить будет на 50. На третьем левеле разбьёмся. Выражаю огромную благодарность за такую честь. Мне кажется, у них может быть вижен, нет? Нет.
Казалось. Мана нет. Блин, я не заденайл, тут мой бэт. Мой бэт. Да не, реально получилось. Ну, динай уже роскошь. Ну, это волкс, заяц, волкс, заяц, волкс. Дропай. Может, на него вывесить немножко, нет? Бэт. Вообще идеально. Как он хочет убивать? Ну, желательно. Наш? Ну он мог подвести на самом деле в мою сторону. Не ожидал. Ладно, сейчас убью его. Чуть-чуть. Потыку. Тычку. Дай тычку, дай тычку. Короче, мид батл забыли, я в боте пока не нужен, я полагаю. Это бы вот так вот стою и уже тип ботал забудись. Хочешь ты чего? О, супер! Переиграли в меду. Бегу в бот там, лейн. А. Подожди. Могу тангу запулить только, это у меня скиллов нет вообще. Я бы на тос на самом деле тупо взял. Идите, тини, тини. Just toss on me. I'm gonna stay on mine. У меня второй вкачан ЛК или нет? Нет. Понял. Да, блять, лучше бы ты Этерон взял на тени, чем от... Ну ладно. Попробуй вывести, нет? Да. Тенек взял под тэш? Да, я их попытаю. Хорошо. Я просто ждал, пока ты возьмешь второй левел мин. Зафакапился чуть-чуть. Почему у него голос как у Кумана? Вот кого мне напоминает. Зерев. И сейчас после этой пачки все будет на базу. Экспис. Так а вон руна же лежит вроде. Нет. Там вроде теник забрал. Ладно. Стой. Получай левел. Найс дик, бро. Если получишь как-то пятое, пока я не придумаю, будет вообще идеально. Мы ее и так убьем. Окей. Попа у нас. Вообще попа. Так, прям на трапку? Нет, между минами. Я хочу пятый взять, подожди. Хорошо. Вдох-ка я левлок тут получу. Понял.
Выпалил на вода. Ну, компания мне конец отсюда тоже. Отлично, я пятый. Че? Ты пятый? Да, да. Жду next закладки. Посмотрим, что получится. Вот между этими. Чуть подфейлил. Можешь сюда тоже, в принципе. Не мана, нет. Нажми гречу, мне ОМБ. Нажми гречу, 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 нажми, гречу, нажми. Ну мужик, ну ты что, дурачок совсем, на тени отсталый! Это было с собой аркана, брат, сразу. Ну, ладно. Че там лежит? Если бы ты нажал мужик первый скилл, он бы не взял реген и умер бы, но ничего страшного, ничего страшного. Yes. Можешь поставить, а сейчас. Шторм где-то здесь есть еще. У него нет маны абсолютно. Слушай, здесь все-таки лежит баунти, нет? Если они не брали, то она лежит. Так, соло у меня есть. Я здесь, наверное, пойду через арканы. Возможно, даже возьму КД прокси. И постараюсь максимально много делать закладок, куда могут выкинуть на тени, куда могут вывести на магнусе. То есть играть буду под команду. Потому что команда может играть под меня. Вот так. Ты, блин, будешь на магнусе покупать? Шоквейв. Че, оно зашло, что ли? А сейчас закладки нас. Окей. Короче, я хочу пушить сейчас. Можешь как-то закладку вот правее поставить? Хотя похуй, можешь и так ставить на самом деле. Есть РП. Яйцо есть у того парня? Дай мне ботл. Если не заберут, да, я пойду. Шторм сейчас можешь к нам с тобой выйти. После баунти наш. Пускай выходит, похуй. Поставь быстрее минки, пока шторм не пришел. Главное между ними постоянно. Окей. А чё ты не заботил себя, аж флаумал всё? У меня нормально, платит дед. Что мы скажем, бот? Турнове, подпишись. Oh boy.
Ты в блинк выходишь или во что? Мне бы вот ТП бот не помешал настолько сильно. Ну ладно. Там шторм 5 хп остался, я спектра прилетел, убил. Ну ладно. По-моему, блинк он фармит, хз. Не берусь судить. Сэр, в топе качайся. Бегать что? Если будет вариант как-то стянуться, бот заплентить. Я так и хочу. Вы можете подраться боте, ребят? Вы можете подраться боте. Нажмите ТП, пожалуйста, первый. Кто-то на Магнусе, нажми ТП. Ну, придите в бот. Мы дефаем это. Нету сейчас. Пожалуйста, кто-то. Фармлю даггер. Пускай нага нажмет. Мы вообще пофатимся. Ладно, я хочу вещи разбить, честное слово. У меня не было, ты видишь ТП моё, которое в КД? Вижу, всё, ладно, окей. Я даггер свой фармил. А я понял, блин. Я под мином мины поставлю сейчас, не буду, куда можешь возить. Можете как-то в мину, типа, сделать вид, что вы пушите? Под минки. Делать нечего. Такс. Всем будет фармить. Это не моя вина. Одна минка лопнулась. Че он собирает блинк? Она сюда идет, сможешь выкинуть на меня? Кинь. Понятно. Баунти. Хаунт откатился, она нажмет его. Я сарница. Да, надо, надо, давай, 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 давай. Ну, у нас нага умерла, вот это плохо. Я экспы не получил, за фраг тоже не очень хорошо. Мне очень жалко, что у нас нага умерла за это время. Так. Да ладно. Пиздец, на тени, у тебя реально в башке находят пилки ебаные. Мины, мины. Отвези, 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 отвези. Хорош. Ой. Тимис не соберется, мы проиграем, скорее всего. Ну, Магнуса много.
ВД Медас. Мне очень нужна книга. Наверное, еще немного опыта. Сражение, нажми сон. Он напал под Т1 на героя противника. На ноги. Зачем-то. Блять, у меня ТП 3 секунды будет. Ёбнуться. Так. Давай, короче, рэп под топом, наверное. Я буду здесь суммировать. Да, давай. Надо им что-то навязывать, а то у нас. Без проблем. Парни. Единственная проблема то, что шторма арчит. Ну ладно. Посмотрим. Сейчас. Можешь вот сюда как-то? Сейчас шторм полетит, я дам РП, и мы его убьем. Арчит. Как раз лох ХП на базу ушел. Чё, парни, я знаю такие игры, я Медас сделаю. Это next level play. Это не закончим в ближайшие минут 40. Отойди вот сюда. А, вот, вот так, вот так. Нам важно, чтобы на линии драться. У меня голый блин. Стой на фениксе на мины, чтобы на тебя кинуть мог киник. Ладно. Не отжимай, не отжимай, не отжимай, ставлю трапу. Не отжимай, деремся, деремся. Найс, молодцы, молодцы. Я еще РП не дал, так что норм. Очень год все получилось. А да, я БКБ куплю. Нага, смотри, мы можем всегда под трапу убивать шторма. Ну, типа, под сон. Вообще любого, есть чё. Там не повезло с хаунтом, я забыл что-то. Хуило даст. Вот здесь очень много, мы сюда можем возить. Я прилечу. У нас... А, ладно, глифа нету, на Некс прилечу. Окей, тут есть получается, да? Да, ага. Да, очень. Только заранее коль, чтобы я не провафлил, я в другую линию пойду. Ну я через РП дам, так что ты успеешь. Я тебе скажу. Скорее всего сейчас Лего убьем, которая выйдет, смотри. Хорошо. Прям сейчас. ВД не надо. Мы его не убьем, браточек. Блять, не убьем. Не хочу этого. Пусто в голове, пусто, пусто в голове, пусто, пусто. Просто баночка, баночка с колой в голове. Я забыл, что у него даггер. Сражение в топе. На ноги есть, чё беги на мину. Мне пауза нужна, секунду. Мне уже Медас на Фениксе, так нормально. БКБ. А, два Медас. Два Медаса. Ну ладно, что, играем в лейт. Играем в долгую. Фениксе дохуя фармят.
Но у нас два медаса. Хотя это правильно. Чё? У нас два медаса, идем просто куда-то в оверлейд и все. Да, тебе насечки возьми себе эту хуйню, ладно. Ща я вот здесь поставлю красных еще. Где-то вот тут, по-моему. Да. Идет сюда. Ща я покажу. Отвези его сюда. Это дерево. На ноги, беги, беги в лес. Вон туда мины. Куда они напали? Никуда, а, просто это лут. Тогда бать. Вообще похуй, у нас нага ебаная, феникс. Мне медас, там, течки. Течка, в общем, да. Такс. Сейчас вот здесь, наверное, поставлю. Вот, вот. Ты в топе можешь любого вывести все еще. Наверное, БКБ. А, саб. Сакрет медас. Может, смаканемся, нажмем все кнопки, пока нет радика. Давайте смаканемся вот тут. Да. Кинь. Я подвесу только там РП. Там нету хаунта, можем запить всех. О, мы сожжем ее нахуй под РП. Нахуй сожжем миллион. Ты про спектру? Спектру, да. Джек, привет, привет. Hello, Магнус. Мы ее видим. Боишься? Я не понимаю, что ты боишься? Подойдите, подойдите сюда, подойдите сюда. Ладно, что не хочет. Не вижу, что мало. Ты что нормально себе боишься, мужик? Аркан рана и БКБ почти. Хаунт нажал. Блять, мужик, нажми ебаный РП, что с тобой нахуй? Да, реально что-то с башкой. Давай уйдем, уйди, 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 уйди. Пьеть просто, ебанатище. Почему так тяжело? Я дам РП. Там ебучая легионка, которая снимет с него РП. Что дальше? Скажи мне. У нас все кнопки ебучие. Есть.
Ладно, похуй, мужик, не нажимай, я вообще не качай это ЕРП, нахуй она тебе сдалась, правильно? Она тебя замочит, заебал. Давай, мужик, спасибо. Ладно, парни, это, как говорится, мем какой-то. Ты ебаный сын шлюхи на Магнусе не нажал ебаный РП за игру, ни одно. Первое, про, ну, к проебу, так сказать. Нажал, проверяю. А у тебя на тени опилки просто в башке. Ну, да мужик, ну о чем речь? Посмотри на свой билд. Ты хочешь сказать, это нормально? Я уже даже не горю, просто мне интересно. Ты по полном серьезе собрался травила блинк саблю, блядь. Ну, мужик, реально. Ну, исключительно вот эти два героя что-то делают в игре. Собери пайп, я не знаю, гад, хиль нас, никто не умрет в драке, абсолютно наги иллюзии не умрут от первого скилла ЛК. Ну, о чем речь? Ты просто хуево играешь, ты не понимаешь, что делать на героя. Мы еще можем выиграть, ребят? Уже все купили, что купили. Ничего не поделал. Более схуярить, что делать на моей Эгис на шторме. Все равно свой не нажмешь. Не, все равно ебанат. Выбора немного. А вот нажали на меня. Ноль маны у шторма, нет дуэли, они давят. Ну, с Аегисом, чел. Ты в глаза не пьешься на тени или что, я не понял. Просто старайтесь их максимально избегать, и все. Вообще никаких драк, ничего не надо. По одному умираем, и хорошо. Нам пофиг, теряем стороны, там, по барабану. У нас Нага, Магнус. Мы можем потом войти за секунду, просто снести, и все. Ваша задача просто от них прятаться, и все. Магнус, слева от тебя мины еще. Ты
Реально, вообще не хотите кнопки нажать свои, там у нас яйцо, слип, РП. Ну не получается, зачем? Не получается, не получается у людей. Ничего не будем нажимать. Даже пытаться. И там трейла, да, бывает, на Магнусе не нажимается. Ладно, я твою дохлую шлюху мать ебал в жопу просто, бездарный сын ебаной хуйни. Как можно быть таким хуёвым, я не представляю. Поярите лес на Магнусе с билдом травела, блять, ебаный травела нахуй, травела сабля. На что ты надеешься, я не понимаю. Тебя всю ебаную твою жизнь, наверное, будет 1005 рейтинга. Ебаный сын ебаной шлюхи. Мозга абсолютное отсутствие, абсолютное нахуй. Сетка? Убивает. Сетка? Есть сервер. Реально 24-й на копии. Жесть. Несу дорогу к мой. Почему он сливер купил, я не представляю. Смотри, давай, смотри, давай, смотри, давай, смотри. Давай, давай. Можешь взорвать? Да, да, да. Сколько тут мин? Много. Смотри, сейчас вот на эти мины за РП. Смотрю. Подожди. Я здесь.
Роша, Роша, в гороша, Роша, 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 нага, 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 быстрее, все, брошану. Идем бить Рошана. Так, а забрать его, он же один, саппорт, чё б такое? Прыгни, прыгни, прыгни на меня. Смотрите, ребят, будете? В Рошане куча мин. Да, в радиусе Рошана можешь завозить спокойно. Купи БКБ, пожалуйста, чтобы ты всегда мог завести. Дать РП и завести. Подойди. Купи БКБ, пожалуйста, на Ванус. Да куплю я, куплю. Деньги нужны. Ну ты ответь что-нибудь, я же не понимаю. Я ответил. Так. А он действительно что-то где есть? Где-то мины. А, все понял. Но я сопью ему за РП и за тычки. По идее. ВД сейчас может дефузить будет, не знаю. Он там смотрю воткнул. Возьми на тени. Настоящий, настоящий, завези. Призма мне. Ты уверен, что тебе призма? Давай, да. Убиваю пока только я. Я тебя с Андреем подхилю, забей. Можешь сэмбить. Встаньте за ним. Какое не сделать. Забей на мид, забей, забей. Бая нет, походу. Бая нет, видимо. Она что-то в лавке покупала. Не давите только, чисто объектив забрать и все. Надо выходить, надо выходить. Сон и выйти. Чисто подпугнуть. Ульта есть? Стать, ты пау, ты пау, ты пау. О, я... Ладно, я что-то взял. Пойдет, пойдет. Добить. Ой, я что-то... Блядь, это была хуйня. Я понял, что... Много, 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 много. Давай, давай. Ух.
Есть еще мины где-то? Нет, лежу. Только вот здесь, на базе. Ну, на миде. Ладно. Ну, спектра очень дохая, я сейчас потеряю. У меня еще Аегис есть. Hope this works. Planted. Here goes nothing. Aw, just look at it. No. The enemy's middle tower has fallen. I guess now. А вот пост возьмите. Я бот заформлю, мне экспа нужно очень. Я почти 25. Отойди, пожалуйста. Поставьте сюда, в центре, пожалуйста. Чё? ВД, 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 ребят. Подбегает еще легион. Похуй. Где-то здесь должен быть. У меня гем летит. Сейчас я поставлю все сломаю. Вон, лего, лего. А вот пост возьми на Фениксе, пожалуйста, не хочу показываться. А покажу ее сейчас. Подождите. Не палитесь, не палитесь. Смотрите. Вот здесь делаю снова много. Давай. Может даже где-нибудь вот тут занекать? Я 25 еще буду передвину. Так палевно будет стоять. По идее, если не оставить вот это вот все, то я апну 25. Заходи вот это, пожалуйста, с ними будешь. Да, я уже далеко. Ладно. Ничего не форсим, ждем, пока кто-то еще взорвется. Играем от взрывов так. Хочешь ты сын шлюхи на тени просто ебучий? Почти. Но я бы забрал. Тебе ботл надо, на? Мне нет. Настоящий, настоящий, настоящий. Слышь? Слышь, слышь. Можем пушить, го пуш, го пуш. Я бот потяну, погнали. Тоже по таку. У меня трава есть. Смотри на медлинию, когда будешь вывозить. У меня на меду мины ползут в сторону их бараков. Ну вот отсюда. В сторону их бараков. Ну вот они идут, так они где? Скоро будут там.
А, все, понял. Парни, а почему вы не пушите? Она что, не стоит, это же квапа. Это четверка. Иди, бей, я тебя отхилю на фул. Стойте за ногой, пожалуйста. Побегу. Болею за них, но смотреть некогда. Я дам тачку по ней с кони. Лучше выйти. Есть слип? Лучше выйти. Бай нажала. Мина вот здесь. Можешь кого-то завести, возможно? Вот, вот, он же под вами. Обращайся. Да вот здесь селяй, пожалуйста. Сюда. Да дай ботл. Я передумал. Очень много мин, смотри, и на той, и на этой рунах. Окей, 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 окей. И на той, и на этой. На обеих активках. А, можно пушить, го-го-го, топ. А, без разницы, пофиг где. Я возьму ДД. Да, я давайте пушить. Я подбачу, если что. Не обращай внимания, нет, иди, иди к команде. Ну или завези вот сюда, пофиг, давай, раз ты здесь. У тебя же, блин. Я ТП даю. Я иду, блин. Я с тобой, я с тобой, я с тобой, не бойся. У нас кем? А сейчас? Там с ветра 8 секунд, аккуратно. Что, надо уходить. Все, бываем? Да, лучше да. Гем возьмешь? Гем, гем, гем. Давай, давай. Давай, давай, давай. Блять, забери. Вот мины, смотри, вот здесь. Сколько вот мин? Здесь. Сколько тут мин? Очень много. На всех хватит. А на Раша заведи ульта. Не, оставь там, все нормально было. Так, подведи, подведи дальше, подведи дальше. Это иллюзия.
Дализа. ВД нету. Надо вот так вот стоять. Вот сюда сейчас приедет большая пачка красных. И мне вот этих хватит. А в топе тоже есть? Едут пока, вот они. Окей. Так, подведи еще чуть ближе, если есть варик. Есть еще? А, нет, едут. Вот, вот едут. Окей. Такс. Что-то слишком сильно, нет, смотрится. Вся эта стратегия. Молодцы. Ну игра, конечно. Ой. Да уж. Ну и катка. Плюс 60. Да, это жесткая игра была, конечно. Это была жесткая игра. Как все было плохо, как все стало хорошо. Капец. К слову, с этим Магнусом мы после игры добавились друзья, списались, и на канале еще будет такой контент. Мне лично понравилось, надеюсь, вам тоже.